Доброго времени суток, дорогие друзья. Я продолжаю проходить Fallout 4. На данный момент я нахожусь в Luka World. Со мной Гейдж. И мы с ним начнем большой тур. Начнем захватывать парки ядер мира. И первый парк будет Галактика. Потому что там находится журнал, который мне нужен, мусорщик. Он повышает вероятность пройти проверку на убедительность. Я хочу проверить, смогу ли я, даст ли этот журнал проходить проверку на убедительность красные диалоги, чтобы не брать пупса харизма. На данный момент у меня харизма 9, но это с вещами, а так у меня харизма 5. И да, я повышать ее больше не хочу, чтобы не было больше жителей в поселении. То есть я буду захватывать содружество, чтобы не было рейдеров слишком много, так как они плодятся с невероятной скоростью. Их количество увеличивается в геометрической прогрессии. Ну, приступаем. Да, задержка какая-то происходит, непонятно. Звездный диспетчер, я понимаю, собирать ядра. Hope there's something useful to be found. Саван сработал. Nice try, asshole, but I'm still standing. Shot. I'd prefer it's up close. We stick around here, we ain't gonna see it yes. coming. If you're missing an item, stop by our lost and found at the main gate. Your item will be returned to you for a nominal fee. Okay.
Ну вот теперь веселее. Я прокачал оружие. Твою дивизию. Life beyond Earth and among the stars. Exhibit sponsored by a grant from the Vault-Tec Corporation. Come on, put up a good fight. Куда побежим? Something. Now you're dead. Tonight's showing at the Starlight Interstellar Theater will be Night of the Fishman's Revenge. Yeah. Not recommended for children under 5. Thank you. Thank you. Да, можно 20 ядер, по-моему, звездных собрать и отключить роботов в парке. Как бы вариант. That ain't something you see every day. Ну, да, кстати, кинотеатр здесь. Здесь в кинотеатре мощный робот находится. Analysis yellow. Potential perimeter breach. Beginning sweep. Страж охраны. We got company. One dirty and disreputable, I should wonder. Oh, back to the usual day. Hostiles may be in area. Non-combatant.
combatants are advised to seek secure location until perimeter is secured. Hey, eyes up. Something's out there. Ёшкин кот, да. Вышибают напрочь. Придется что-то съесть. Стейк из рад скорпиона помогает. You will be identified and... Так, добрый. Старый добрый. Страж-смотритель помогает. Уменьшение урона от роботов не помогает. ХП снимают очень быстро. Где ты там?
Немножко тебе. Звездное ядро. Ну, я сейчас. Не за этим. Камень здесь, по-моему, тоже. Сюрприз. Да, я заметил такую особенность, что когда помогаешь напарникам, стимулятор даешь, то взаимоотношения улучшаются быстрее. Sweet. Hey, eyes up. Something's out there. Ha ha! I see you! Понял. Да, мощные здесь. Так, а здесь еще одно ядро. Нацепил на него оливковый рюкзак армейский. Все равно не помогло. Main floor.
груза он не стал принимать больше. That smell ain't you, right? It sure as hell ain't me. Не зачищено. А кто же еще остался? За каждое убийство у меня срабатывает сейчас саван. Ну все, теперь зачищено. Патрон возьму, плазменная граната. Звездные ядра я потом буду собирать, когда свет подам, когда свет будет, тогда я буду собирать. Без света все равно не получить доступ квантовой броне. We're in for a fight. There you are. Yeah. Thought as much. Nothing there after all.
wasted nuisance. Now that's done. You hear something? You can't see. Как же они вышибают? Get something good out of this. Так, а здесь у нас алтык среди звезд. Так, самый... Галактика — это самый большой парк. Самый сложный, так сказать. Много роботов. Хотя у меня и броня от роботов 15%. Ремонтная броня 15%. Вот он, меньше. 30 урона от роботов. Плюс 30 урона в неподвижности. И все равно вышибает. For more information, or to sign up for the Vault program, imagine a future among the stars. Imagine Vault Tech. A thrilling new adventure awaits. Throughout the galaxy and beyond. Is now a combat zone. You may suffer harm up to and including death if you remain in the area of your death notice and required by law authority. I've done this hundreds of times. Think you'll be any different? A thrilling new adventure awaits. Imagine hundreds of colonies spread throughout the galaxy and beyond. This is a lawful use of deadly force.
please direct complaints to your local law enforcement authority. And with Vault-Tec's cutting-edge science and technology, you can rest assured that your colony will have the resources and information and we got cover. Don't leave anything behind, if you can help it. Enjoy a rich, varied diet. Go to the colony's own hydroponic gardens. Just smell freshness. Step into your spacious private suite, equipped with all the comforts of the Серьезный противник. What you need, boss? Все, ожил. Кстати, у меня уровень. Саван я прокачал. Бабах не нужен, эксперт по древним. Дальше смысла не вижу. Я журналами
Да, пупсом. Так, этого я закончил. Ну тогда замки. Не понял. Join us on a journey into the future, where humanity has set out on a new voyage of discovery, seeking adventure among the stars. Arcturus Prime, a frontier colony in the year 2291. Baked by the unrelenting sun, life on the surface of this remote, desolate...
Nice. No lock's gonna stand between the overboss and what she wants. But life is possible underground. Welcome to Vault-Tec's Colony Archives. Welcome. Hey, boss. With Vault-Tec's modular construction techniques, new colonies can be established on in a matter of weeks. Hey. What's up, boss? Hey, boss, can we talk now? Go ahead. That whole thing with Coulter, I know we talked about it some, but it could be a sore spot between us, yeah? I mean, here I went and turned on the overboss. Who's to say I wouldn't do it again? The thought had crossed my mind, yeah. Yeah, I guessed as much. Look, Coulter was a piece of shit. I've been real clear about that with you. But that was all on me. I'm the one who talked him into being overboss in the first place. And now you've gone and done the same thing to me. Yeah, but hear me out. Right then, I thought Coulter was what this operation needed. Big, strong, didn't take shit from nobody. The gangs would fear and respect him, and he'd listen to me. I'd use all my years of experience to help him run things. But he was stubborn, let shit go to his head. Ain't the first time I've seen it, honestly, but it was one of the worst. Seems like you've got a decent head on your shoulders. You could always take charge yourself. Nope, not me. That's not how I operate. One thing I've learned over the years, being the guy in charge also means you're the guy with the biggest target on your back. Whether it's another gang looking to take whatever you've scraped together or some punk thinking he knows better than the boss, there is always, always someone gunning for you. I don't want that target on me, but if I can be the guy just behind the guy in charge, well, that suits me just fine. If I got his ear, I can steer things in a direction that benefits me, and usually everyone else. Where are you going with all this, Gage? Hell, boss, I ain't good at this. You ain't like Coulter. That's what I'm getting at. You ain't like the other raiders I've run with. So far, you make a pretty damn good overboss, and it's been fun running with you. I'm just saying, I'm starting to be glad we teamed up is all. All right, fuck it. You know what I'm getting at. Let's get going. Итак, состоялся первый разговор с Гейджем. With Vault-Tec's modular construction techniques, new colonies can be established on almost any world in a matter of weeks. Are no dark bunkers. Your colony will feature. Все. Зачищ. Окей.
step into your spacious private suite, equipped with all the comforts of home. Oh, shit. Rad's here, boss. We ought to steer clear. Получается все. Так, здесь что-то. But life is possible underground. Какой-то газ, well, какая-то история. Arcturus Prosper, join us on a journey into the future, where humanity has set out on a new voyage of discovery, seeking adventure. Yes. It's just little old me. Nothing to be afraid of. Nothing there after all. They were in for a fight. Please step into the Ого. Точно щит. We got up. Now you're dead. Никакой пользы нет. Я сильно. Страж смотрителя хорош, ну. Hey, eyes up. Ну что ты? У него отдача большая. Я даже на него поставил дульный тормоз. Все равно. Ядер бомб.
Серьезно. Разобрался? Hope there's something useful to be found. Think we're in for a fight. Attention, fugitive should be considered armed and dangerous. We got company. While touring Nuka World, why not try a refreshing Nuka Grape, Nuka Orange, or Nuka Cherry? Now available at any one of our park concession stands. Do not be alarmed. Law and order will be restored shortly. Attention space pilots, Earth is under attack, and you could be our only hope for survival. Ships are now boarding at Nuka Galaxy. Ух ты, как интересно. В воздухе летаешь. Safari Adventures Animal Waste Facility, apple juice will not be served this evening at the Four Leaf Fried Fish Restaurant. Подкрепляющие. Повышение сопротивляемости энергии и урона по мере уменьшения здоровья до плюс 35. Ну, в принципе, неплохая. Относительно неплохая. Так. We are happy to announce that the first 10 guests to arrive at the Barry the Bear show will receive a plush berry to take home.
Come on! You and me! We detected. Engaging. Yeah. Nice try, asshole. But I'm still standing. Attention, please. Today's performance of Capio and Bottlehead will begin in approximately 15 minutes. Да, Арена Рокка тоже. Не из легких локаций. В ядер мире. Здесь тогда придется. Со Welcome to the Rocco Battle Zone. Please find a seat. Our next show begins in just 5 minutes. Right there. Bad move. Well, that was fun. Scanners detect the sentient life. Alert. Why are you giving me shit? Warning, dangerous fugitive is on the loose. Do not attempt to apprehend. Do not make any further attempts to flee. Ball Breaker will be a minister swiftly and barely. Should have known better. Hey, I've got you. Boss. Пойдем на арену, выйдем. Что Ladies and gentlemen, are you ready?
for incredible action. Are you ready for thrilling battle? Are you ready to see the latest robots fight it out in the ultimate showcase? Then it's time for the Robco Battle Zone! Now entering the ring, Robco's Galactrons with their cutting-edge laser technology. Watch as the Galactrons make short work of these iBots. Heads up. Can anything challenge the Galactron? Get ready to find out. It's time for a head-to-head matchup with the mighty Novatron. Вот это да. Вот это он. Engaging. Commencing attack on hostile. You and me. Incredible. Do you want more? Well, we'll give you more. Here they come. Two state-of-the-art Novatrons. We have a situation. Hear something? Almost. Sensor alert. Anomaly detected. Now, the fight you've all been waiting for. The ultimate in high-end robotic engineering. The one, the only. Robco Space Sentry. А у меня? Ничего такого не было. Может, я попробую? Да что пошло? Да ёлки-палки. Надо было спрятаться. Это в мясорубку попал. More? Well, we'll give you more. Here they come. Two state-of-the-art Novatrons. They are compromised. Engaging. The fight you've all been waiting for. The ultimate in high-end robotic engineering. The one, the only. Robco Space. Analysis.
шутки. What a fight! What a fight! Approach, we hope you enjoyed the show. Yourself. Please exit through the doors on the lower level. Don't forget to stop by the Robco gift shop to pick up your very own souvenir from today's fight. Thank you for visiting the Robco Battle Zone. Это арена для роботы между собой здесь бьются. Warning. Hostiles in area. Им не мешать. Так, а у меня еще уровень. Что же мы прокачаем? Так, автоматы недоступны. Баню больше, кровавую баню прокачивать не буду. Саванта прокачал. Эксперт-подрывник не буду, этого прокачал. Сложные замки прокачал. Ага, еще один уровень, и я себе улучшу одежду под броней. Так, ловкость, вот важный параметр. А выносливость определяет максимальный запас здоровья. Так, что же мне? Что же мне выбрать? Твердая рука. Повышение точности стрельбы от бедра из всех видов оружия. Здесь перезарядка. Ну, давайте силу прокачаем. Ловкость. Лучше ловкость. Hostiles detected. Continuing perimeter sweep. Так, где же? Так, они здесь между собой. Хорошо повоевали. Соответственно. Осталось только добить. Suppose everything's got its uses, but that, I don't know, boss. Так, выйти, выйти. А выйду я здесь. Так, зачищен очередной сектор. Здесь звездное видно.
nice. Да, нюка. Галактика, галактика. In case of emergency, anti-venom is available at the exit. Oh, good. Open fire! I found you. Should have known better. Ну вот саван срабатывает. Attention. All matinee showings of the Phantom of the Nuka at the parlor are sold out. Tickets for evening showings are still available. С любого убийства получаю трехкратный опыт. Unidentified in all hostiles right there. Burn them down. Sure was fun, huh, boss? Шесть осталось. Let's have some fun! Ядер галактики. Да, это самый такой сложный тоже довольно павильон. The colony on Kola 5 is under attack.
on the Oncola 5 is under attack. We have confirmed reports. Heads up. Possible hostile. We ain't alone. You hear something? Get to your ship. Now, let's finish it. Cadets, report to the launch bay. Get something Cadets good. Cadets to the launch bay. The colony on Cola 5 this is area under attack. Clear. Proceeding with search protocol. Repeat. The colony on Cola 5 is under attack. False alarm. Standing. We have now. Confirmed reports of multiple hostiles. Cadets, I'm Duca Girl. Please make sure all loose objects are secured before boarding the ride.
да. Да, я вас помню. Так, давай, чтобы друг другу не мешаться. Так, отсюда я открыл. Keepers, am I right? Вот они-то его и прибили. Planetscape set, north entrance. Please stand clear. This is now a free fire zone.
я здесь нашел. А что нашел? Что-то открылось, по-моему. С 9-м уровнем. Броня. Как говорится, закончить с броней, качать, улучшить защиту, быть сильнее. Так, обился с этим. Немножко поучаствовать. Да, ресурсов здесь много. Right there. That sure was fun. Come on.
sweet. You got some nimble fingers there, huh? Нифига себе. Вот это зарядили. Храбрец.
ядер Кёрл. Don't make them like this anymore, do they? Ah, well. They probably never did in the first place, really. Ядер Кёрл. Так, и... зачищен. Получается, так, медальоны... тоже потом. Кому интересно будет сбор медальонов из звездных ядер, напишите комментарий, пожалуйста, я на запись это сделаю. Хотя, наверное, в интернете уже многие видео записали, как они собирают звездные ядра. Так. Галактика. Космопорт. Зачищено, зачищено. Бобка зачищена. Значит... значит, еще не все. Не все зачищено. Значит, не вся территория зачищена. Смартфон внизу. Ядер галактика. Волтек. Среди звезд, кинотеатр. Что еще там есть? Кинотеатр, ядер галактика, ядер космопорт. Галактику зачистил. Космопорт, значит. Еще не зачистил, получается. Кто здесь? Никого не особо. А, журнал, значит, журнал. А где он? Nice. No lock's gonna stand between the overballs and the ones you want. Ядер вишни. А вот и заветный журнал. Журнальчик повышает вероятность пройти проверку на убедительность. Вот. Ради него я сюда практически и пришел. Yes. Ушан, ушан, а. Чисто, ну да. Thank you.
из звездное ядро. Мало возьму. Guide maps for our hedge maze are available for confused visitors at the Safari Adventure Park office for only $35. Вот они где были, наконец-то. Как это выполнено? Написал, что выполнен, хотя не выполнен.